Привет, ребята! Поздравляю всех с началом учебного года! Желаю хорошо учиться и всегда быть в хорошем настроении. Я пришла со школы, и пока хорошая погода, мы решили приехать в парк. Пойдемте вместе со мной гулять по парку. Ярослава решила сразу направиться к озеру. Купаются утки. И плавают рыбки. Ну, плохо ее видно. Фонтанчики. Здесь так красиво. Пойдем подойдем туда к домику. Ну, тут, наверное, хорошо жить. У них тут целый рай. Домик. Еда, вода. Да, рыбка. Очень много уточек сидит. Посмотрите, какую красоту сделали из цветов. Очень красиво. Смотрите, ребята, какой цветок, какая бабочка. И еще один цветочек. Ярославе очень нравятся все такие сейчас статуэтки по парку. Сейчас я ее оседлаю. Давай. Оседлала коня? Куда скачешь, рыцарь? Куда скачешь? Не знаю. В общем, ребята, мы в парке Горького ни разу не были в веревочном парке, поэтому сегодня решили его посетить. Ярослава уже прошла инструктаж, одела страховку, и мы идем на вторую позицию. Ты все запомнила, Ясь? Начинаем проходить первый маршрут. Ярослава попала в сети. А ты что думала, легко будет? Нужно по-разному попробовать. Молодец, справилась. Тяжело, Ясь? Ну, Ярослава, как обычно, быстро со всем справляется. Классный веревочный парк. А теперь я буду проходить третье препятствие. Ты держись за вот эти штучки, которые, да, висят. Иди. Страшно. Чего тебе страшно? Лучше за эти буду держаться. Молодец. И тут гнильная черепа. Такие препятствия мы еще не проходили ни в одном веревочном парке. Поэтому немного непривычно. А знаешь, почему я так делаю? Ух. Почему? Да потому что это для маленьких препятствий. Я тут еле уеду наклоненно вот так. Нет, это не для маленьких. Это наоборот, просто посложнее и посложнее они идут. Перестегни. Ярослава, следующая тарзанка. Нужно будет красный тросик прицепить. Да, ты уже прошла. Теперь будешь по тарзанке ехать. Будет еще. Мальчики. Страшно? Стоп, а тут есть, значит, еще. Давай, мы тебя верим. Прыгай. Поехали. Круто. Молодец, до 5. Тебе нравится? Да, сейчас я обратно поеду. Не надо, все, отстегивай, пошли дальше. Ставьте лайки за смелость. И пойдем на следующий маршрут. Пошли! На 8-й, наверное, да? Да, конечно, на 8-й. А на какой? Сейчас посмотрим, на какой пустят. Ярослава начинает проходить второй маршрут.
Вот это да, экстремально. Этот маршрут тебе больше нравится? Смотри, не упади с мостика. Ну это тебе нужно по нем пролезть. Но я его не сломаю. Не сломаешь. Не бойся. Ярослава, не сломаешь. А теперь побежали, побежали. И опять тарзанка. Поехали! Итак, я готова проходить третий маршрут. Ты прям перепрыгиваешь. Итак, второе препятствие в третьем маршруте. А здесь интересненькое препятствие следующее. Нужно идти по вот этому вот канатику и держаться за те штучки. Ты как акробат в цирке. Я на цепочках иду. Так, так. Канат не дрожи. А, вот так быстрее. Я на такую давай, быстро так быстро. Прошла маршрут шагами великана. Ярослава, красный пристегнуть. Это самая высокая тарзанка, на которой Ярослава ездила. Очень быстро мы прошли три маршрута и начинаем проходить четвертый. Так, давай, циркач, держись. Не, мама, я не циркач, я акробат. Расстояние большое, да? Можно, да. Всегда главное держать опору на что-то. Есть. Ну
ты быстро справляешься. А сейчас, друзья, будет очень интересное препятствие. Все, залезла в бочку. Нет, Ярославы. Теперь две досочки и опять бочечка. Нормально, не бойся. Не бойся, первое падение наше. Ну, Ярослава, ты, конечно, крепыш. Не забудь только красный теперь прицепить обязательно. И опять тарзанка. Два. Поехали! Все препятствия прошла, а теперь поеду с огромной тарзанки. Нужно еще 10 раз провести карабин, чтобы долезть до тарзанки. Тебя уже там дядя встречает. Экстремальный веревочный парк. Мне он очень понравился. А сейчас мы идем на площадку. Мы выбрали детскую площадку «Корабль». Ты куда? Я на качельку. Ярослава сразу на свою любимую качельку. Она сумасшедшая. Давай только недолго, чтобы тебе неплохо было. Держись! Помогите! А что мне сделать? Остановить? Мама! А! Остановите! Садись! Просто попой садись, я тебя раскручу. Я хочу летать! Как? Летать. Ну давай, держись. Миша, сейчас у меня держись вот за вот эти вот поручни. Миша. Крепко держишься? Да. Полетели. О, вот это нормально. Я сейчас ногами вообще не движусь. Они у меня не падают, они у меня в воздухе висят. Ну, я думаю, хватит. Я летаю. Стоп! А то плохо тебе будет. Мы не ищем легких путей, не будем подниматься, конечно же, по лестничке, а полезем вот так вот. Ох, Ярослава, ох, я же девочка. Проказница. Ты будешь съезжать по трубе? Да. Поехали. Ку-ку, не едет? Плохо едет труба. Получилось? Да. Здесь тоже как в веревочном парке, видишь мостик? Смотри, я же по этим штучкам буду. Будешь спускаться здесь по крутилке? Только не просто так. А как? Держись, Ярослава, ты что? Сейчас
Ну ты экстремал. Вау, какая штука! Так, аккуратно, там можно провалиться, Яся. Держись, маме страшно. Там можно провалиться, туда прыгать нельзя. Чего? Потому что ты маленькая, ты не достанешь. Ой, я просто посижу, отдохну. Поехали! Что-то ты сегодня балованная. Наверное, на тебя школа плохо действует. Фух, все, набегалась, устала. Кому понравилось видео, поставь лайк и подпишись на мой канал. Пока-пока!